Даша, сегодня мы учим цвета на французском языке. Прежде чем мы начнем, я хочу передать привет маленькой девочке Лиде. Она учит французский по моим видео. Лида, надеюсь, что ты занимаешься каждый день. Я тебе шлю из Канады большой привет. Ну а теперь начинаем наш урок. Вы готовы? Поехали! On y va! Итак, давайте познакомимся с цветами во французском языке. Rouge – красный. Rouge. Rose – розовый. Rose. Jaune – желтый. Jaune. Vert – зеленый. Vert. Bleu – синий. Bleu. Gris – серый. Gris. Noir – черный. Noir. Blanc – белый. Blanc. А теперь представим, что у нас есть карандаши разных цветов. Давайте посмотрим, что может нарисовать каждый карандаш. Le rouge dessine une fraise. Красный рисует клубнику. Le rose dessine un flamant rose. Розовый рисует розового фламинго. Le jaune dessine un soleil. Желтый рисует солнце. Le vert dessine un concombre. Зеленый рисует огурец. Le bleu dessine un tracteur. Синий рисует трактор. Le gris dessine une souris. Серый рисует мышку. Le noir dessine un chat noir. Черный рисует черную кошку. Le blanc dessine un nuage. Белый рисует облако. А теперь давайте повторим все эти предложения без перевода. Le rouge dessine une fraise. Le rose dessine un flamant rose. Le jaune dessine un soleil. Le vert dessine un concombre. Le bleu dessine un tracteur. Le gris dessine une souris. Le noir dessine un chat noir. Le blanc dessine un nuage. Ну вот, я надеюсь, что вы выучили все цвета, которые мы прошли на этом уроке. На сегодня это все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Смотрите мои другие видео в плейлистах. Чао, бай-бай!